Сегодня «Хозяева» будут играться в белой форме. Наши гости – футболисты матчей первого круга. После первого тайма, может быть, кто-то не знает, встречи Минского «Динамо». Как раз сейчас увидели у себя на экранах состав наших гостей футбольного клуба «Торпедо». Раевский, капитан команды, Александр Котляров, номер 7, под номером 8 Олег Кострахомович, под номером 90 Денис Тропашко. Вы, наверное, уже заметили, дорогие друзья, что в составе футбольного клуба «Славия Мудрый» на сегодняшней игре отсутствует Денис Ковалевский, капитан команды, есть небольшое у него повреждение. И защитник торпедовцев. Мазряне быстро вели мяч в игру из-за боковой. Страханович, Курлович, один Раевский, получает Александр мяч. Перевод на противоположный правый фланг. Челядка, подача в районе метровой отметки. Костров вел на втором этаже борьбу. И дальний удар метров 28. Или все-таки это был легионер Кирилл Дорошенко торпедовского клуба? Ну ладно, будем по ходу действий разбираться. Но тут чуть было два братья не стали антигероями сегодняшней встречи. Но болельщики должны мокнуть под ужин. Снова опасная подача. Страханович сбрасывает мяч Курловича назад. Курлович, Раевский. Подача в районе 10-метровой отметки. На Котлярова мяч не дошел. И может получиться быстрая контратака торпедовцев по левому флангу. Тут из автозаводцев устремляется вперед. Четверо футболистов в черных майках. И счет в нашей встрече открыт на 13-й минуте. Быстрая контратака, и Дмитрий Рекеш открывает. Футболисты в белых футболках свои штрафной. Подача на ближнюю штангу. Там, по-моему, Вадим Курлович выбил мяч. И снова опасно. И снова безобразие творится в обороне мазырян. Ничего не предвещало. И счет на 21-й минуте уже стал. Смельче. Как Рекеш. Вездесущий Рекеш уже на левом фланге атаки торпедовцев. Подача. И от газона Максим Скавыш. На 24-й минуте, дорогие Дмитрий друзья. Дмитрий Рекеш установил окончательный пока счет на табло. Курлович обыграл одного. Передача на Челядка. Челядка. Курлович, удар рядом с правой стойкой. Ну вот хоть что-то начинает. Что ж, наверное, сказывается игра на два фронта. Это я имею в виду участие динамовцев Минска в Лиге Европы. Хотя Витебск не совсем уж такая и слабая команда. Ну а тут после удара в падении Дениса Тропашко. Счет на табло. Снова потеря и снова быстрая контратака. Опасно. Удар. И лишь чудо спасло. Ну и небольшая. Кроме вчерашнего именинника. И снова провал. Мелесия. Это от его груди мяч попал Курловича. Курлович сразу же в касание на Котлярова на правый фланг. Раевский. Мелесия. Но почему верхом? Почему не низом? Удобно отдать эту передачу. Котлярова смещается в центр. Выцелился Александр в дальнюю правую. Движение штрафную. Передача на Раевского не прошла, но Раевский рукой немножко подталкивал соперника, но Курлович решился на удар. Мяч снова у Челядка. Перевод на противоположный левый фланг. Джавашвили. Слюсар. Первым касанием работал мяч, вторым на Котлярова. Котляров находит Курловича. Можно пробить. Давай, Вадим. Ну, сейчас что-то прям получится. Жук вошел в штрафную сразу же. Можно получится сократить отставание в счете, забить, как говорится, гол престижного мазырян. Нет, не получается. И контрвыпад торпеда. И в этот момент звучит свисток Сергея Гороицына. Ну, скажем так, прямо вторую игру обслуживает он.